это я. Привет, я Лаура Джукеля, главный редактор портала peopletalk.ru. Меня зовут Нигай Карина, я топовый московский фэшн-блогер. Меня зовут Юля Прудько, я основатель пиар-агентства June & July. Всем привет, меня зовут Мезинова Катя, и я блогер. Добрый день, меня зовут Кривда Артем, я продюсер недели моды в Москве. Меня зовут Лисавета Попова. Меня зовут Ирина Лис, я занимаюсь моделингом, и я являюсь официальным амбассадором предстоящей недели моды в Москве. Мы собрались на завтрак с блогерами в рамках недели моды в Москве, которая совершенно по-новому запустилась в этом году. Мы будем сегодня обсуждать, что такое неделя моды в Москве, как она устроена, как ее устроить еще лучше, что в ней изменить. Я одета, это кофта от Young Studio, рюкзачок у меня Графея, юбка у меня, я не помню откуда, но я где-то покупала в торговом центре, ATOS, Lombardini. Ну вот такое вот платье, ботфорты от Basconi, сумка Jimmy Choo, часы дедушки и все. Лосины Massimo Dutti и рубашка Armani. Акне. Вот, рубашка Акне. Джинсы на мне Miu Miu и кроссовки Nike. Вот, я шнуровки не завязываю, поэтому да. Нам очень важно услышать мнение со стороны, мнение наших social celebrities, блогеров и девушек, популярных в Instagram. Это сейчас очень важный пункт. Дизайнеры диктуют моду, но именно мы выбираем, что станет их топовыми моделями, а что нет.